И теперь я тоже знаю. Ничего ты не знаешь. Видишь, Гроган? Истинное лицо демона. Он только пытается соблазнить тебя. Интересно, капитан Гроган. Вам предоставилась прекрасная возможность. Вы находитесь среди гоблинов, которые пытаются поработить ваш мир. Вы ведь хотите их повесить. Не слушай его. Их лидер так давно искал так называемое чудо-оружие. Магию, при помощи которой он сможет убить ваш народ. Безжалостно. И у него уже есть это оружие. Книга была в его распоряжении. И он уже пытался разбудить великих древних. А теперь в его власти вызвать самого Люцифера. Не слушай, Гроган. Он будет пытаться разделить нас. Теперь ты видишь, Гроган, кем я являюсь на самом деле. Но кто он такой? Я заклинаю тебя тремя великими именами ада. Абадон, Аб, Адастеров. Сколько времени это займет? Пока она не ослабеет. Что-то она не слабеет. Отдай его мне. Отдай его мне. Пришло время тебе встретить свою судьбу. Ты не тронешь меня. Это он тебя обманул. Ну, наконец, мы будем вместе. Я ведь предупреждал тебя о цене, когда ты впервые призвал меня. Ты измучил стольких людей. Но в игре смерти ты новичок. Mm-hmm.